Вот это, наверное, пока мы спрашиваем. Сколько детей погибло от вируса? Ага. Сказал очень важно. Семья дочери здесь. Ну что сегодня важно было для меня? Я приехала еще не только как кирчанка и крымчанка. Я приехала сюда как гражданка Украины, которая сегодня всем своим сердцем пыталась донести до молодежи этого колледжа, что Украина, молодежь Украины, граждане Украины также переживают эту боль и трагедию, и наши сердца также бьются в унисон с сердцами кирчан, как и здесь, всех крымчан и кирчан. Мы готовы сегодня в Украине рассмотреть вопрос, если ваши ребята захотят приехать в Украину, студенты, я им сегодня сказала об этом, принять их сегодня, обогреть, сделать возможным им хорошие поездки, такие туристические, спортивные, для того, чтобы они немножко душевно, психологически, физически и физиологически восстановились быстрее, чтобы они почувствовали теплоту сердец своих сверстников в Украине. Поверьте, Украина вас любит, любит и всем сердцем с вами.